Ну что, друзья, давайте пройдем те карты, в которых есть изменения. Благо, там всего парочка изменений, но это будет типа обновленная версия прохождения. Я оставлю старые видосы, чтобы было видно отличие. А эти главы, они будут прохождение уже, в общем, по новому принципу. То, что-то изменилось. В данном случае здесь с древом жизни задача изменилась. Давайте посмотрим, насколько теперь это сложно и мозговыносяще. В принципе, насчет так мне очень понравилось, на самом деле. Очень сложно, очень хардкорно. До некоторых задачек надо допирать, очень думать. Ну, логика есть логика. Вот. Окей, карта вторая, значит, нежить. Здесь изменен опять же уайтскрин. Так, мне вспомнить чудо, как делать. Тут освещение изменили. Я проголодался. Я устал ждать. Я занят. Так, как обычно, тут, по-моему, лучниц убиваем сначала. Я устал. Потом надо будет захватить какого-то светляка, если ничего не изменилось. Блин. Как-то прикольно освещение это смотрится. Из подземелья, кажется, оно. Ну что еще? Я занят. Все. Так уже лучше. Следуйте указаниям ведущего. Мне не нужны советы. Тикондрус не должен погибнуть. Я проголодался. Может получиться. Так, я на всякий случай сохранюсь. Даже через F6 что-то. Дурацкий план. Так уже лучше. Может получиться. Мне не нужны советы. Может получиться. Мне не нужны советы. Так, дайте-ка вспомнить. Дурацкий план. Я надеюсь, ничего мне не путаю. Нужны советы. Отлично, ничего. Несносный глупец. Дурацкий план. Ну давай, дерево дай мне. Обнаружены баллисты. Идите заберите их. Ну, надеюсь, это так просто. Пока ничего не поменялось. И отлично, чтобы разобраться с эльфом, по-моему, потребуется подрывная бригада. Найдите ее. Пока все то же самое, но вы можете лицезреть такие вот изменения в ландшафте, освещении. Мне не нужны что с Тикондрусом? Почему он как-то боком ходит? Хотя, может, блин, получится. Это вроде не голова повернута у него, у него повернуто тело. Я не понимаю, честно говоря, мне не нужны или не советы. Тело это. Так уже лучше. Блин, у него грудь. А вот ноги, мне ноги, они как советы. Есть. Вообще как-то как ржачно так смотрится. Зачем ему голову повернули? Не пойму. Так, надо вспомнить, что вообще делать. От совушек надо избавиться, я точно знаю. Так, не-не-не-не, даже не думайте туда идти. Так. Ну что еще? Ну иди задом. Может получиться. Ой, блин, я чуть не обосрался от этого смеха. Достать не можете, что ли? Баллисты. Так, я лучше вырублю тут все деревья. Мало ли какая фигня тут. Стойте. Несносный глупец. Точно, я не Тикондрусом же там идти.
Тень нужна. Я устал ждать. А где у нас тень была? Так уже лучше. Здесь, кажется. Или здесь где-то. Ну, сейчас мы найдем. Может получиться. Дурацкий план. Так уже лучше. Может получиться. Глупая тень. Так уже лучше. Где ты сидишь? Дурацкий план. Так уже лучше. План. Мне не нужны советы. Что ты хочешь увидеть? Посмотрим. Так, ну по идее я все тут перерезал. Еще вот это лучше перерезать. А, вон еще что. Я буду твоими глазами. Я посмотрю. Упс, что-то нас заметило. Походу вот здесь что-то. Ты увидишь все. Посмотрим. Блин, ну конечно, мы единственное дерево не уничтожили. Стоп, а где оно? А, вот оно. Вот кека. Что дерево, которое скрывалось за деревом. Тайное станет явным. Я посмотрю. Несносный глупец. Так, ну нам нужен этот кинжал мага, насколько я помню. Поэтому очень быстро, очень молниеносно действуем. Ты увидишь все. Привет. Привет. Тут как бы контр стоит, вам не пофиг? Жалкие смертные, вам не уйти от гнева богини. Сносный глупец. Черт. Уничтожили кинжал. Я буду твоими глазами. Я занят. Привет. Сносный глупец. Жалкие смертные. Вам не уйти от гнева богини. Наступали. Я устал ждать. Здорово! Вот это по мне! Ну что еще? Как же слабо бьют эти баллисты. Глупец. Да? Чего? Ну что еще? Я занят. Кондрус еле живой, дохлый. Дурацкий план. Так, вот здесь изменилась, по-моему, задача конкретно. Мне не нужны советы. Значит, нам надо уничтожить древо жизни. Мне не нужны советы. Да? Чего? Я устал ждать. Так уже лучше. Так, мы знаем, что тут фонтанчик есть. Мне не нужны советы. Может получиться. Дурацкий план. Может, ну, вот этот баг надо однозначно поправлять. План. Умри, глупец. Это непонятно, что за фигня это. Мне не нужны советы. Что опять? Несносный глупец. Я устал ждать. Может получиться. Так уже лучше. Окей, здравствуйте. Дурацкий план. Здравствуйте. Да-да-да, Фиоры. Сносный глупец. Ой. Наш чё герой. За херня? Почему они ваншотают? Так, где моя тень? Ты увидишь все. Разведку забыли совсем сделать. Я устал ждать. Да. Задачка усложнена. Я буду твоими глазами. Теперь расправиться с пеньком надо как-то более деликатнее. Без лишнего и постороннего шума. Я иду. В принципе, там можно. Я посмотрю. Я иду. Вот отсюда, если делать. Ты увидишь все. Что ты хочешь увидеть?
здорово! Я думаю, должны на 1150 дотянуть. Главное, чтобы бабайка оттуда никакая не выскочила. Кто посмел осквернить эту древнюю землю? Кого не страшит гнев Кинариуса и ночных эльфов? Что опять? Взяли, уничтожили все баллисты. Куда идем? Окей, вас поняли. Что это непросто? Кто посмел осквернить эту древнюю землю? Кого не страшит гнев Кинариуса и ночных эльфов? Ты дерьмо! Так, ладно. Слышь, меня не страшит гнев Кинариуса и ночных... О! Кек! 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 Отлично вообще. Так, кто-то кидает с копьё в пенёк, вообще насрать. Пусть кидается, пусть уничтожит даже великое древо. Древо. Не знаю, может... Ещё... кого-нибудь, чтобы побыстрее. Так, ну походу не поместится. О, ништяк. Втроем могли поместиться. Шок. Энты атакуют. Нам всем конец. Тикодры, спасайся. О, черт, 6 энтов, 7 энтов, это уже плохо. Кинариус. Начнется битва. Это еще с позапрошлой версии, наверное. Фиг его знает. Ну, короче, нам надо до ТП добраться. На нас напали. Найдите портал. Я буду твоими глазами. Несносный глупец. Ну что еще, дурацкий клан? Мне не нужны советы. Может получиться. Мне не нужны советы. Ну да, очень нелегко, скажем. Так, ну тогда надо все как-то несносный глупец располагать так, чтобы... Мы живы были. Выступай! Ну что еще? На нас напали. Так лучше. Что опять? Я занят. Дай, идем. Дурацкий план. Здорово! Несносный глупец. Ой, какую я глупость натворил. Я занят. Напали. Так уже лучше. Наверное, стоило все-таки взять сон. Несносный глупец. Может получиться. Так уже лучше. Может получиться. Мне не нужны советы. О, КД. Дурацкий план. Может получиться. Мне не нужны советы. Да вот говно, а. Наш герой погиб. Портал, мы знаем, что тут сидит говнюк. Так. Я занят. Может получиться. Сразу. Так уже нас напали.
Дурацкий план. Без подозрений делать ТП. Так уже лучше. Может получиться. Дурацкий план. Может получиться. На нас напали. Так уже лучше. Дурацкий план. Может получиться. Дурацкий план. Кто-то взял, восстановил тут мне деревья. Нужны советы. Так уже лучше. Кинариус, конечно же, он. Может получиться. Я устал ждать. Наш герой погиб. Как бы можно было бы сделать, чтобы... Так, ну, наверное, назначить очень быстро. Правда, не знаю зачем, ну ладно. Ты ж... Кто посмел осквернить эту древнюю землю? Кого не страшит гнев Кинариуса и ночных эльфов? Давай быстрее. Ну что еще? Так, кажется, мы смогли вызвать баг. Мне не нужны советы. На нас напали. Дурацкий план. Что значит разведать местность? Может получиться. Да ладно. Мне не нужны советы. Баг мы не смогли вызвать. Сносный глупец. Так уже лучше. Ну что еще? Дурацкий план. Самое главное лучше. Забыл. Он сюда, до туда, дурацкий, видимо, ТП план. Не сделает. Мне не нужны советы. Да, не сделает, он не видит. Слепой Тикондрус. Без регистрации и СМС. Еще дурацкий план. Не, еще эти несносные баллисты лупец. Творят. Так уже лучше. Может получиться. Да уж. Надо их как-то. Ну, их особо не атакуют, если заметить так. Прикинуть. Пока думает Кинариус. Нет, не успел. Жалко. Не. Кто еще может их отвлечь, а? Если оскорбите туда. Отлично. Есть область. Может получиться. Мне не нужны советы. Так уже лучше.
Мне не нужны советы. Может получиться. Фух. Фух, еле как прошел. Ну да, немного усложнилось, должен сказать. Thank you.